Во Львовской области прямо у трассы неизвестные выбросили отходы животного происхождения. По предварительным подсчетам сгрузили около 6 тонн. И несмотря на такое внушительное количество, никакого дела в полиции открывать не стали. Почему? Все подробности у Галины Якушко. Останки животных, скорее всего, свиней, сбросили накануне ночью неподалеку от села Крехив. Это в 200 метрах от трассы Львов-Раворусская. Кто их туда привез, неизвестно, но отходами завалено почти 50 квадратных метров обочины. Обнаружили все это активисты, подозревают, что забили животных, заболевших африканской чумой. Это взагалі півтуша, яке бірка, відходи тваринного походження. На месте, где сбросили останки, всю ночь дежурила полиция, чтобы отходы не растащили бродячие и дикие животные. Сотрудники Госпродпотребслужбы отобрали образцы и утром уже получили результаты анализов. Там тривало дослідження, триває до 5 годин. Результат негативний. Правда, кажуть, чума виключена. Це саме головне. А більше ми, воно вже було в такому стані, що деякі дослідження проводити на щось інше було нереально. Как только были готовы результаты исследований, останки животных вывезли на утилизацию. Их сожгли на ветсанзаводе. А место, где их сгрузили, продезинфицировали. Разбираться, кто выбросил отходы в поле, в полиции, похоже, не собираются. Уголовного производства так и не открыли. Галина Якушко, Ирина Голубенко. Подробности, телеканал Интер, Львовская область.